И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Димончик, как всегда, отличное настроение, и сегодня мы играем в Roblox, пол это лава. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Ну и будем тащить, пытаться не сжечь свои задницы об горящую лаву. Надо идти там, где нет людей, потому что они все толкаются, дерутся. Ого, колбаснуло меня. Тихо. Я живой. Колбаснуло. Ну, по-другому никак не могу, но я живой. А, нет, я не живой. Я слился. А, я был живым, но слился тоже. Здесь есть, Димончик, такие карты, где ты не затащишь никак. Если вы, ребята, кушаете и пьете, приятного аппетита за вас. И за тех, кто ставит лайки. И за Димончика здоровья. И за Ксюшина здоровья. Мне не нравится в этом режиме, что очень быстро лава начинает бежать. Вот как сейчас. Ах ты, ё-моё. Только и сказал. Все, накрыло. Здесь очень тяжело выживать, Димон. Помнишь, мы играли в режим, там очень простенько все было. Здесь так он наверняка катит. Покажи комнату, какую ты хотел. Вот, иди. Видишь меня? Да. Да. Вставай сюда. Пересмотри, как здесь классно. А? Как тебе? Это от 10-звездочный отель. Да, мне нравится самое больше вот здесь вот, зона вот эта вот. Здесь костерчик такой горит. А, нет, это не это. А, они поменяли, ребята, смотрите, они еще обновили. О, Димонс. Можно не ждать, а играть, короче. Да, так этого не было, я тебе серьезно говорю. Это они вот сделали, мега-апдейт. А мы затащим тут все, тут даже можно ниже вот тут встать, и ты все равно выиграешь. Лава так высоко не поднимается. Я могу низко встать. Да, ребята, интересно сделано. То можно налегке затащить, ничего при этом не делая. Тут бежишь, стараешься, и все равно проигрываешь. Тут есть несколько карт, там, где ты не выиграешь. Есть карта, где деревья. Там лава идет выше, чем сами деревья, и ты там не затащишь. Обрати внимание, видишь, сколько здесь людей играет на сервере сразу? В этом есть прикол какой-то, да, антуражно так. Людей. Когда есть одна вышка, и туда все ломятся. А, вот и о чем я и говорил. Лестницу вижу. Тихо. Быстрей. Лезь. Отлично. Я наверху. Димончик, я затащил. Ого. Я тоже. Ой-ой-ой-ой-ой. Все так крушится. Все трясется. Я живой. Ой-ой-ой, аккуратно. Я тоже живой. Ой, сейчас забор мой упадет. Я стою. Заборчик, не падай. Я затащил. Не-не-нет, надо там стоять. Мы выиграли. Ой, это было сложно. А мы не успеем никуда убежать. Все. Я уже не успею никуда. Да? Я живой. А мы затащим, она так высоко не будет. Тут другая лава, а не та же. Сейчас идет. Нет, не выиграли. Так это изи вообще. Изи-пизи. Нет, я проиграл. А, я чуваку, тоже. На голову. Блин, я слился, Димончик. Я не увидел волну просто. Опять та же самая карта. Вот. Ну, значит, затащим. Я знаю, куда бежать надо. Знаю, куда а бежать. Я и так здесь. А, да, я здесь уже не затащу никак. Все, я затащил. Я поднялся на самый верх. Я поднимаюсь. Есть, Димончик? Есть. О, ты со мной. Ты со мной, ура. Так люблю это делать. Блин, напряжно было. Я прям рискнул своей жизнью, чтобы сюда залезть. По головам давай прыгаем и запрыгиваем на самый-самый верх. А может оттолкнуть? О, вы меня подтолкнули, да. А чувака оттолкнуло, ты ему в голову так уперся. Я, кстати, сейчас, Димончик, еще пару раз выиграю, и там будет на доске мое имя отображаться. Я даже был на 10 месте. Не знаю, мне этот режим очень понравился. Не знаю почему, он меня затягивает как-то. Всегда по-разному. Ну, карту, есть карта лаборатория, она очень интересная. Так, на голову не прыгать. Хвостатая девчонка. Не надо. Давайте нам карту. О! И чё здесь? Да, на нет. Крест. Я с тобой. Давай тебя подкину, Димас. Давай, прыгай мне на голову. Есть! Ты должен выжить. Меня сейчас кинут! Девочка, не трогай меня! Я живой! Не живой! Блин, мы слились. Блин, я тоже упал. Все, Димончик, слились. А мы сейчас посмотрим, имена выяснили. А, нет, все здесь на спауне. Наши родненькие. Ладно. Пошел я в комнату. Там сложно отдыха. Было. Можно было, если бы кто-то бы... Не, крест упал в итоге, Димон. Никак. О, тут еще вниз есть. А, я здесь, помню, играл. Здесь костер еще горит. Прикольно, в баре на столе горит, дрова разложены, и костер горит, да? Где бы в баре таком бы отдыхать? Классно.
Если бы вентиляция была бы нормальная, то да. Ну да. Это можно к нашему столику еще пару дровишек поднести? Кто-то уже разбился, я увидел. Вот там полы, я вижу, уже падают. Да-да-да, провалится. Там опоры внизу стоят, и их размывает лава, и они падают. Ну, это как раз было легко. Было бы классно, если прямо оно сильно начало рушиться и рандомно. Было бы смешнее намного. Ждем. От первого лица погоняю. Сейчас будет лаборатория. Во, моя карта любимая. Здесь очень классно. Это новая карта. Я это обновление уже снимал. Ой, там чувак вообще сразу улетел. Лестница, быстрее. Тут лава очень быстро идет. Давай. Есть, мы наверху. Лава пошла. Ох, там посливалось людей сразу сколько. Но мы в безопасности. Видишь, я тут. Да. Рядышком с тобой, видишь меня? Да, я вижу. Все четко. О, нет. Получается, наклонилось сооружение это. Ай! Нет! Я живой, блин! У меня будет карта Египт. Я помню это, да. Тут гробница и пирамида. На пирамиду. О, сейчас будет все на пирамиде толкаться. Диман, сразу говорю, не прыгай. Встань по центру и вообще не прыгай. Когда будешь прыгать, тебя будут выталкивать, я проверял. Вот, я стою сейчас в идеальном положении. И как сейчас чуваков будет этих чувих откидывать в лаву все, когда они... Смотри, как он... Так смешно это. Только, опа, один слился. Или не слился, вроде слился. Чувак! О, без ног. О нет, мы сейчас умрем. Не-не-не, не умрем. Я проверял, эта пирамида целая остается всегда. Ну-ка, какой движ здесь. Есть, затащили. О, быстрее. Я знаю, куда бежать надо. Это о, чувачки, спасибо, подкинули меня. Здесь мы затащим, ты же помнишь. Я тебя подкинул. Да? Мы затащим, тут можно внизу стоять, не обязательно бежать. Ой, блин. Наверх. Есть. Забирай свои слова назад, ребята, я так испугался. Это жестяк. Не стой там, сейчас провалишься вдруг еще. Прыгай сюда. Я иду. Эть. Да не, ты не туда бежишь, ты не ко мне. Нормально, Диманчик, затащу. Эть. Ты от меня убегал. Здесь я в безопасности. Все, больше не будет лавы. Мы выиграли. Ой, все шевелится так. Я теперь без ноги. Одинаково, да, Диман, прыгаем? Как два дурачка. Синхронное прыгание, новый вид спорта. Я сразу говорю, Димон, спрыгивай и беги вовнутрь. Быстрее, так выпустите меня. Да не, я выжил, я на этом... Да ё-моё, всё. Я не могу прыгать. Я не перепрыгиваю, да что за бред? А, нет, и чувак, главное, умираю. Стоит, хоть бы помог мне. Ну чё, выжил, умер. Димон? Я умер. Да я знаю, там нельзя, надо вовнутрь бежать, и там лестница наверх. Я сколько раз там пытался затащить, не получается. Блин, за чувака. Хотя я могу любого обвинить, на самом деле я просто нуб. И неправильно нажал там. Да без ног я не мог перепрыгнуть даже банальное перило. Так что ноги нужны. Ноги, ребята, не теряйте ноги. Так, я пойду шары выкатывать. О, я за шар держусь. Мой шар никому не отдам. Выкатываем. Не мешайте. А что, невидимая стена, короче, да, ему мешает, не? О, это самая плохая карта из всех. Что за карта? Сейчас увидишь. О, нас все, походу, убьют, да? Да. Тут все умрут, по идее. О, нет, я выживу. Ну, не факт. Во, мы с тобой, блин. Нет! Я понял, куда надо было бежать. Я видел тоже, там чуваки и чубзихи стояли там. На деревья надо было прыгать. Деревья падают потом тоже, Димон. Я уже стоял на деревьях. Там только на постройке надо лететь. Так, мой шарик стоит, ждет меня. Скучает. Так, вылазь. О! Давай, на спаун его. Я, наверное, буду единственный такой... Чувак, который хочет на спаун шарик выкатить. Так. Ты его докатишь? Ну, блин, он скатывается с горки. А, я думал, эта полоска желтенькая будет на шарик реагировать. Она не реагирует. Не. Сейчас, Димон, я его сейчас выкачу, смотри. Он же не живой. Сейчас. Ну-ка. Кэш. А, кастл. Блин, не мешайте, я хочу, это мой шарик. Я... А, это замок. Лезем все. Победим, наверх. Да. Я, короче, на самый верх лезу. Да. Ну, хотя мы и тут уже выживем, Димон. Можно уже на самый верх не лезть. Наоборот, эта вышка может упасть.
Я уже видел, как она падает. О, я тебя вижу внизу, ты вообще... Вон ты, я же говорил, она зря ты туда пошел. Сейчас еще сольешься, лучше спрыгивай. Не, нормально, я выживу. Было бы классно, если бы она упала, я бы радовался. Ой-ой-ой, смотри. О, у вас там замок на половине. Да, лава здесь. Ну я туда не упаду, да, вниз? Не. Ой. Я прыгаю к вам. Давай. Ура. Я тебя обманул, эта вышка никогда не падает. Тут бывает падает, когда ты лезнешь по этой лестничке, она рушится в это время. Уже было. Давайте нам еще какую-то карту, которую мы не видим. Давайте обновление, ребята, нам. Разработчики, давайте нам. Дядюшка Рандом, давай нам какую-то классную карту. Я же так понимаю, Рандом здесь карту выбирает, потому что бывает и две карты одновременно. Две карты одновременно, одна и та же карта два раза. Скейтпак. О, это была карта много раз. Я быстрее наверх и сразу... Срочно, срочно. Да-да-да. А не, мы тут затащим и так, она так высоко не поднимется. Да есть карты, которые сильно скучно сделаны. Никакого тут скилла не проявишь. Никакой рандом тут не сработает. Просто ты тащишь и все. Даже можно было бы там, вон в уголочку чувак там стоит, прыгает один. Можно было бы там, да, Димон, постоять? Ты смотри, где я нахожусь, я сейчас выиграю, походу. Сейчас проверим. Я на самой макушке, видишь меня? На машине стоишь, да, на хвосте? Нет, я вообще на гору залез, на асфальт. А как ты это сделал? Там есть гора асфальтовая, видишь ее? А, все, нет, не все. Я не вижу тебя, я не знаю, где ты. Но я выживаю тут с девчонкой, с тобой, вроде все нормально. Да? Угу. О, зашел Поззи Бро. Он уже постоянно со мной записывает. Он уже знает, когда я захожу и сразу заходит. Вот он пишет мне, короче, ВКонтакте, а я попал в ролик? Конечно. Конечно. Это тоже одна из новых карт, но я же на нее попадал. Бич. Это пляж Бич. Old Beach, старый пляж. Блин, а! Все, проиграли мы. Блин, Станиха приехала. Так, на пирамиду фараона все. И не прыгать. Фараона, может это... Может не фараона, а... Тутанхамона, да? Тутанхамона, да. Каких ты еще знаешь? Жрецов. Правителей. Жирамона. Тутанхам покемон. Че этот чувак здесь за стеклом стоит? Здорово. Ой. А! Я живой. Я еще здесь на ступеньках постою, я тащу. Прощайте, ребята, они не живые. Ха-ха, вот это классно, когда ты прям на сопельках вы. О, Диман, тут можно без одной ноги остаться. Если я сейчас затащу, будет шугарат надо мной. Я первый раз такое здесь вижу. Ребята, вы видели такое, что одной ноги нет? Я такого не видел, это что-то новенькое. Не буду где все, буду особенный. Давай, давай, быстрее, 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 быстрее. Лава пошла. Есть. Ой, девчонка слилась. Бывает, не успела немножко. Ой, все рушится. Хоть бы мы еще здесь затащили. О, это та карта, там, где никто не выживает никогда. Серьезно говорю. Да. Ну, все, я даже вижу, где на дереве стоишь. А, девчонка, может, и затащит. Я ей даже спасу жизнь, пусть стоит на голове. Так, не мешать. Пожертвую собой заради человеческой жизни. О, тут пирамидка. Диман, посмотри сзади тебя. Пирамидка из нас, из людей стоит. Может, они пофиксили, что лава не будет выше, чем деревья? Нет, все-таки они это не пофиксили. Все, я же вам, разработчик Кирилл, пофиксите до следующей моей записи. Проигнорировали, да? О, Титаник! Та-ра-ра-ра-ра, девчонка упала. Здесь очень классно сейчас будет, Димон. Титаник потонет? Ну, не потонет, но он будет рушиться очень сильно. Вон, я вижу, пошла лава, пошла. Класс. А вот ты где? На самый верх. Чуть ли не на трубу, да, залез? Я еще в той серии хотел в Титаник зайти, но не получается. Там нету входа в него. Было прикольно бы по Титанику походить. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!